К другим темам. В рамках месячника «Оборона массовой и военно-патриотической работы. Овеяна слава и родная Кубань» в Кропоткине прошел слет военно-патриотических кружков и объединений Кавказского района. Уникальные мероприятия проходят в 11-й раз. С подробностями Мария Трифонова. Слет состоялся в стенах первой школы. Представители клубов, кружков и объединений Кавказского района показали презентации, повествующие об их деятельности. За прошедший год ребята успели многое. Стен газеты, видеоролики, доклады, поиск сведений о земляках-героях, шефство над ветеранами помогают школьникам изучить военную историю и воспитывают в детях чувство уважения к подвигу фронтовиков. В нашем поколении угасает в молодежи патриотизм. Хочется поднять этот дух боевой. Хочется, чтобы молодежь занималась военно-патриотической подготовкой. Районный слет военно-патриотических клубов и подведение итогов их работы ежегодно проводится в рамках краевого месячника оборонно-массовой работы. И это не случайно, говорят в управлении образования муниципалитета, ведь военная патриотика способствует развитию личности. Каждая школа настолько интересно рассказывает, что иногда комиссию доводит до слез. Так что мы очень рады, что дети к нам приходят, что те, кто приходят, настолько заряжены патриотизмом, что готовы дальше работать в этом направлении с ними. Взрослых порой удивляет, с каким пылом школьники берутся за исследование истории Великой Отечественной войны. Ребята из поколения, которое еще успело услышать рассказы о войне из уст ее непосредственных участников. Юные патриоты Кавказского района любят историю и готовы изучать и хранить ее, передавать следующим поколениям память о подвиге героев-фронтовиков. Мария Трифонова, Денис Ким, РЕН-ТВ, Кропоткин.